Год 1944. Советским разведчикам поручено обнаружить и уничтожить важный стратегический объект врага – склад урановой руды в Карпатах. Итак, капитан, вы знаете, что такое рай? В общих чертах – да. Урановая руда – склад. На уничтожение этого склада настаивают ученые физики. Уран – это сырье для производства оружия невиданной мощи. Три группы уже не вернулись назад. Задача во что бы то ни стало – взорвать рай, даже ценой собственной жизни. По мотивам повести Сергея Наумова «В двух шагах от рая» 10 июля на телеканале «Самара ГИС».